открывать посылку? Ну давайте. Окей. Okay. Открывайте. Давай. Ты что думаешь, этот можно ее порвать? Лучше по бокам разрезать. Я Халк. Ну разрывайте тогда уже. Я Халк. Вам так интересно. Вот там какая-то футболка или штанка. Так, давайте по одному достаем. Сначала кто-то достает сейчас, один. Сейчас. Да, подожди, Ермачок, Климушку. Все-таки, все-таки решили. Все. Мы хаки! Ну все, давайте. Кто первый? Давайте, достаем. Okay. Копают по очереди, по очереди. Подожди, Ермачок сначала. Сначала Егор. Давай. Что там. Что это? Это кофта. Это кофта. Только тройка. Ермака? Это для тебя, наверное, Климушка. Теперь я. Да нет, она не маленькая. Теперь я. Посмотрим. Теперь я. Ермака кофта. Нет, она ему большая. Теперь я достала. Это Ермака. Это моя. А вот тебе как-то с тобой еще. Ну, круто. Теперь другое. Подожди, там что в пакете? Штаны. Штаны? Это Клима. Это на Клима костюм весь, только кофта что маленькая. Меряешь ты кофту? Нет. Это костюм. Почему это большие штаны? Это точно Изабелька. Зато я могу купить. Давай, Изабелька. Подожди, Изабелька пусть. Твоя давай, как раз. Это правда моя. Угу. Ну. Давай, Изабель, доставай теперь. Привет. Ты. Давай, это моя. Ну, это твой костюм. Открывай бусинку. Прикольно, один мой уже костюм. Есть. Это... Я положу. Ой, здоровенный. Там... Ой, здоровенный. Что там это здоровенный? Это Клима костюм. Еще один? Ой, штаны здоровенный Клим. Вот это прикольно. Да, штаны. Это для Климушки, это наверное. А, Климушка меряет. Это Ермака? Да, это Ермака. Да, Ермачок меряет кофту. Теперь, ну почему футболка большая? А потом опять я открываю. Ну я хочу эту кофту. А теперь маленькая. Включи Климушка свет там большой. Ты не видно ничего. Да, вот так лучше. Да, это для Еремушки. У нас там есть еще одна. Так что, ты крутой теперь парень? Как ты любишь, прям капюшон на голову. Там есть еще одна посылка моя. Красавчик. Теперь я открываю, да? Нет, сейчас Клим теперь открывает. Ой, это съемно. Что это? Это опять Ермака. Опять Ермака. Да. Нифига себе, так ты теперь это... О, ничего себе, у тебя он на спине. Он героиня. Героиня, он не героиня, он блатной чувак теперь. Ого, нифига. Нет, себе. Нет, он вон. Нифига. Блин, почему всегда на меня? Прикольно. Ермачок, ты что, крутыш вот теперь? Наши, наверное, скорее всего, все вот тут. Это, наверное, все Ермака. А, нет, тут, наверное, Изабелька. Ермак, что ты... Счастливый ребенок. Да нет, у меня ребенок. Тут нету. Давай теперь я. Это нет, подожди, Климат, а теперь да, Ермачок. Давай, Изабелька пусть что-нибудь достанет. Давай, Изабель, да. Доставай. Возьму вот эту желтенькую. Да это Клим. Это Изабель. Одно что-нибудь. Я ну, открывай что-нибудь, давай, открывай. Что это? Давай посмотрим. Это для меня. Ну, наверное, я не знаю. Давай посмотрим. Теперь я. Смотри. Что это, Изабелька? Это теперь платье. Я... Покажи, Изабелька. Такое меня. Ой. Теперь а я. Что с лицом, Изабелька? А теперь я, мам. И что, ты завтра его оденешь? Теперь я, мам. Мам, теперь я. Да, давай теперь ты. Зачем? Да что ты открывай, давай. Давай, открывай. Мы убегаем, мам. Ну, открывай что-нибудь одно. Вот это давай. Нет, всего, это не твое. Как это? Это пончика, потому что со стразиками.
Ой, Изабелька, ну, по, ну дайте вы это, покажи, что за кофточка. Покажи, это что? Это с стразиками. Нет, а, а спина? Лебедь. Ну спину нормально, но, покажи ермачок. Вот спина. За плечи. Там лебедь. О, смотри, Изабелька, какой у тебя на спине. Смотри. Смотри. Это у меня опять. Это для тебя опять. Да, давайте я еще раз открою, там не так везет. Ну давай, не так везет. У тебя уже два костюма спортивных. А у Клима три. А один. У Клима один ты только. Один. А да. У меня тут много подарочек. То есть у меня два подарочек. А, нет, много. Это за кого? Для тебя? Ну, мой, наверное, тут. А может, ну опять для Ермака. Ну, ну показывай, все. Ермачок, мы же не видим, что это. А. Вот это штаны, а это кофта. Ну нифига себе. Теперь, теперь Клим... Климушка открывай. Теперь давай я вот это скажу. Ой, все такое вылилось. Это опять Ермака? Нет. Чье? А это мое? Да. Да. Я не знаю, как будто как на Ермака. Нет, это Клима. У него большие штаны. Ну, штаны-то точно. А вот кофта не знаю. Кофта, да. Тоже. Кофта, да. Нее кофта тоже его. И просто, видишь, он то, что худощавый. И на штаны. Вот. Ну, штаны дома не носить. А где? Вот костюм на улицу. Ну, ладно. Теперь Изабель. Или куда, на тренировку, например. А, ну это ясно. Давай, это платье, это платье. Ну давай посмотрим. Мама, ой, ничего. Сумочка, Изабель. Вот. Нет, нет, я сама покажу. Посмотрите, какая сумочка есть вот этими стразиками какими-то. Вот такая вот сумочка, как она тебе. Давай я платье покажу. Подожди, Ермачок, не открывай. Покажи платье. Вот замочек, вот замочек. Ну, покажи платьишко, какое у тебя там. А платьишко... Вот, вот такой для меня платьишко. Ох, ничего себе. А вот застежка, чтобы одеваться. У тебя даже еще фотосессии теперь... такой не было, да? Теперь... Круто. Не было. Теперь надо, да? Начинает Ермак Про. Ну, давай. Ермак Про. Да почему интересно Ермак Про? Вот так. Ясно, это Клима. Да. Это Клима, да, тоже всякий. А это это, который ты хотел, да? Как она называется? Он как-то говорил. Но мишень у тебя на спине. Теперь. Подожди, Ермачок, Климушка меряет. Подожди ты этот. А кстати, это прикольный пакетик. Зачем тебе пакетики? Ну вот, смотри. Климушка один, который взрослый, но всем померить надо, посмотреть, как, что, да, Клим? Смотрите, итальянец. Прикольно. Ну, готов. Классно. Ты будешь в школу, вот видишь, сколько тебе. Теперь я. Блатничок. А это для кого? От гаймачка, от гаймачка. Да нет, это, по-моему, для бабуськи. Это пончики. Пончик. Тебе лосины. Лосины мне такие. Тренировочные, да, лосины. Тренироваться там спортом. А, нет, лосины. Да, у Изабельки тут только осталось. Давай, не, пусть Изабель выберет. Давай, Изабель, выбирай. Я буду много тут висичек выбирать. Мои. Ну, давай, висички выбирай. Что это? Показывай. А это что? Это традиция. Да. Показывай. А что это? Это не я. Подожди, Еремушка. Ой. Покажи, вирус. Да какой вирус? Вирус. На английском девочка. Вирус. Вот какие штанички. Опять не станички. Как красиво. Теперь вот это достанем. Что это? А это Климушки с Ермачком. Прикольно. Прикольно. Ну-ка, одевайте. Ну-ка, я тебя мое возьму. Витоль. Найк. Изабель дальше достает, пока привет. Не верит. Изабелька, показывай. А где я? Это платьишко? Да, это платьишко. Я Найк. Только с тобой руки нету, у кого.
Есть и забей вторая рука. Я не увидела. Блин, дай мне ту шапочку на, это у меня большая. Они все так. А, смотри. Это тоже платьишко, Изабель. Показывай. Посмотри. Руки все на месте, Изабель. Они все одинаковые. Милота. 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 Все, там больше ничего нету, только одна посылка. Давайте вторую посылку. Это я. Так, Изабель, открывай. Что там? Изабель, тебе это что, шуба? Ой-ой-ой! Изабель, прикольно, померяй. Одевай, давай померяй. Давай. У тебя как раз шортики подходят. Какая красивая шуба. Папа, смотри. А ребенок, помоги. Одевай, одевай. Одно. Это жилетка. Ну, Изабель, она Исаак. Изабель. Ой, я на выколоть. Нет. А нет, это вот так. Ну, помоги ей, ребенку. Давай, Изабель. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, капюшон одевай, Изабель. Не, что, красиво, да? А, ясно, ясно. Смотри, какая. Ясно. Медведя. О, это класс, да? Теперь это новое. Вот что это? Это мое. У него же есть такой. А, Изабель, кто там? У меня есть такая единорожка другая. Там что-нибудь внутри есть? Нет, он пустой, наверное, да? Там еще что-нибудь есть внутри? Нет, я сама. Изабелька, там есть что-нибудь внутри? Ну, что бы там было? Не знаю. Там есть что-то внутри. Казахстанский воздух. Подожди, что-то там есть, она говорит. Да? Да. Маски. Ермак. Это не... Это Изабелечка тебе. Я знаю. Что это такое? Это этот. Это чтоб плавать. Нет. Это что это? Это не... Это нижнее белье для девочек. Это для мамы. Нет, для давай мамы это поздно уже. Ну, подожди, Ермачок. Изабель, что ты? Смотри, что-то... лайки. Чё? Твоя сумочка. Вот. Ермак. Ермачок, подожди, я не вижу. Как мне в украшении два лайка, я могу сниматься. Еще вот такая сумочка мне сихала. А что там за украшение показывает? Ну, вот такие вот цветочки. Что-то еще там есть? Что там такое? Я тебе сейчас покажу. Надо вытащить. Ничего. Вот сережки. И вот украшение. Нифига себе. Подожди, я ничего не вижу, Еремушка. Дай поближе, мам, посмотрим. Это такой. Ну да, вот я посмотрю. Это сережки. Ничего себе. Так, я, походу, надо про кого-то. А, чё это, Изабель? Чашка принцессы. Кружка. Принцессы, прям для тебя. Теперь? Подожди. Нет, я буду доставать. Нет, я тоже. Ты всегда достаешь. Мама. О, ничего себе. Чё покажи тебе, поближе ободочек. Это ободок. Ободок для этого. Пью-пью. Красотка. Вот для этого. Чё ой, там ещё? Ой, нифига себе. Бро. Ну чё показываю? Теперь я показываю. Мои любимые шоколадью. Это мне? Это вам. Это вам. Это нет, вам. Тут три штуки. А, нет, четыре. Я буду с ними делиться. Кому-то не достанется. А что? Теперь еще раз и два. Вообще-то я теперь вытащить должна. Я другой. Ну, Изабель, давай что-нибудь одно. Не надо. Климушка тоже хочет доставать. Я вот это лучше. Ну, давай. Доставай. Ну, это не для нас.
это только для Изабеллы. Что это? Капель шубок. Нет, да, нет, это шуточка. Ну-ка, мери давай. Это точно не Изабель. Мери. Почему все тут? Подождите, подождите. Это лайки, пупка. Ну давай, на мери. Сумочки лайк. Давай. Сумочка сырки оказалась. Надевай. Ой, застрял. Климушка, помоги ей одеться. Давай. Это... Она пока с садика придет. Я не смогу вытащить куртку приклеенную. Теперь я не догадаюсь. Застегни теперь ее. Изабельки. Там ничего не написано. Давай, давай. Подожди, Ерма, подожди, Климушка застегнет. Давай, повернись к Климушке. У нас вообще ничего нету. Что тут есть? Кукла там. Там нам не для нас. Это для меня. Вот спорткостюма у нее нету. У нее один. Два. Что-то как-то... А мне надо ТикТок вообще, а не лайк. Где ТикТок? Не до конца завязывай. Ну ладно, не надо застегивай, потом... Давайте дальше. У меня зато лайкурка. Давайте дальше. Климушка, доставай. Пожалуйста, ТикТок. Ты же бай куклу еще представь. Нет, я покажу ее. Показывай, показывай. Кукла. Привет, лисенька. Красивая. У нее есть капюшон. Только как он делает? Вот так. Чтобы голову не сломай, кукле. У нее голова большая, капюшон маленький. Нет, у нее капюшон не маленький. А у нее большой, но маленький. Вот так она уснула. Ну, дальше. Ермачок, доставай. У нее вот такая вот. Ну, мой час. Изабель, я достаю. Это моя вот. Это шоколадки, конфеты. Конфеты. Еще конфеты. Ну давай сюда конфеты, маме. Давай вон тот пакетик. Мама, это не твои конфеты, ты что? Ну дай, дай мне конфеты, Изабель. Это мои конфеты. Изабель, дай конфеты. Эй, мамины подписчики, смотрите. На тебе, мам. Мне вот этот пакетик. А вот это мой пакетик. Смотрите. Не надо, Ермачок, это море побед. Это там что-нибудь все мои есть? Нету? Радости. Все пусто. Тут у нас еще нету. Да я вообще ТикТок кофту не купила. Класс. Маме чай пить, да? Это для девочки. Мама, это моя кружка. Концепция. Нет, ладненько. Спасибо. Всем спасибо большое. Родителям вот большое спасибо. Вере тоже большое спасибо. С Артемом. Вот. Ну, говорите, понравились вам? Да. Да. Ермачок. Вот мои сладости. Я вот эти сладости. Тебе не понравились костюмы? Нет. Ну почему мне не ТикТок костюм? Мне понравились вот эти конфеты. Я эти конфеты люблю. Это для девочек, Ермак. Почему? Потому что это для девочки. Не знаю. Тебе не понравились твои костюмы желтые? Я давай, давай сюда. Давай не попытка обвинять на мой размер. Ермак, давай мы тогда на мой размер их обменяем.